Ивантеевка. Футбольный клуб «Троиц». Вы уже «Троиц». Команда детской футбольной лиги города Подольска. Команда детской юношеской спортивной школы города Можайска. Футбольный клуб «Скородино», город Москва. Футбольный клуб «Дмитров», город Дмитров. Знамя труда Орехово-Зуево. И «Фортуна», город Подольск. 8 финалистов «Локобола» 2012. Комитета по физической культуре и спорту города Подольска Вячеслав Владимирович Назаров. И президент детской футбольной лиги России Виктор Николаевич Горлов. Комитета по физической культуре и спорту администрации города Подольска я рад приветствовать участников соревнований в нашем дисциплинном городе. Итак, с большим праздником! И говорят, что если турниры ТФЛ проходят в Подольске, то всегда солнце светит. Мы в этом еще раз убедились. Всего доброго. Для начала в турнирах.